вами Некромас, и мы сегодня попробуем немножечко побороться с коронавирусом. Как видите, я со своим любимым персонажем. Я как бы 20 левеля, но как видите по классу, я сейчас немножко за другой класс буду играть. Не знаю, как в том стриме с Яматой, я не знаю. Сейчас буду играть за, значит, за истребителя. Вот сейчас я вам покажу. Значит, когда вы выбираете класс, вот тут вы можете покупать, вот, как видите, заходите, всякие скиллы, да, вот видите, сколько классов: стрелок, подрывник, медик, технарь, палач, истребитель, и вроде все, да. Ну, стрелок у меня самый развитый, но сейчас я как-то решил попробовать поиграть за палача и за истребителя. На данный момент играю за истребителя. В общем, в игре много режимов, но мы сейчас будем проходить сюжетку, будем проходить по одному, значит, эпизоду, то есть как бы по одной серии. Вот Нью-Йорк, первый там эпизод, да. И, значит, также вот можно менять на оружие, покупать всякие вот добавочки тут всякое, да. Вот видите. И интересная вещь, если вы покупаете что-то на оружие, вот какие-то, да, там, допустим, самое, какие-то добавки, то неважно, каким классом вы играете, они, когда вы в игре их подбираете, они будут подбираться именно с вот этими вами купленными апгрейдами. Ну, а теперь давайте приступим к самой игре. Я играю соло, с ботами, вот три бота. И они все, как видите, стрелки. Ну чё, погнали. Damn it, Bunko, I will leave your ass here. Nobody is leaving anybody. They're gonna steamroll the army and then they'll be back. This is our only chance to get out. Not going into the subway. You've heard the stories. We will starve here. The subway is our only chance. We take it to Inwood, get to the evac center, and get the fuck out of New York. Or we die here. I don't like him, but he's right. Acha, погнали. Смешно сказал. У него как раз самое шумное оружие. Замечательно. То есть дробовик. И, кстати, самое тупое. We got a creeper!
sneaky bastard. That's not your day, Creeper. Loading. Да. С таким рыжишком долго не проживешь. Stairs are out. Push through to the elevator. Ammo break. Wow. И, кстати, если я правильно понял, каждый раз, когда ты проходишь, да, все тяжелее становится. Call the elevator. Так. Ну, лучше уж арбалет. Чем этот чертов дробовик. Where are you hiding, Creeper? Elevator coming up. Вот этот вот. Да? Ему надо стрелять, вот этот, который лежит, да? Ему надо стрелять или в лицо, или в это самое, или в спину, когда он уязвим. Так, что-то мне... Where are you going? Get in here. Не понравился арбалет. Что, поехали дальше. Dan, you there? Always. We're headed down. Out of food. Gotta go now. You coming? Over. Look, I got food and booze for a month. Jawheads will be here by then. I'm gonna wait it out, but I'll keep an eye out for you. Продолжаем наш побег. Meals, meal. We have to get through that. А вы это слышите? Holy Christ! You seeing this? Goddamn Thanksgiving Day parade. Army's gonna run out of bullets. You get on my life. Вот видите автомат, да? И он сразу прогрежет все, что я на него купил. Вот вам малость огонька. Messy in here.
побежали дальше. My partner in crime. What's in here? Do not make a noise. Got them all. Subway to the left and across the street. What's in here? This'll get in their way. Machine gun installed! Grab the defense stash. I set up an auto turret. Итак, установили оборону. Ну а теперь готовьтесь к шоу. Видите, что творится? There's more. Dan, is the street clear to the subway? Surprise. Go for it. And good luck down there. Thanks. Take care of yourself, Dan. It's better times. Over. Better times. Over and out. Raise it up! We gotta move. Move! Hit the button. No turning back now. Keep moving! Тут обычно аптечка бывает. Searching a stash.
arms. Говню хороший. Drive this thing to Inwood. Shit ain't free, SA. This rabbit hole is chock-a-block with goodies. Bring them to me. Okay, I'm good. Так, кто тут у нас бункер? Подлечим я матку. You need a boost. Thank you. Да, пожалуйста. Reloading. А чё, побежали коробочки собирать? Got a box. I'm carrying it back to the train. So, what happens, right, when the armored grunts turn armored Zeke? Here's your box. Oh, you guys are the best. Ну да. А как ты дома? Got a box. I'm carrying it back to the train. Gonna hop one! Oh, an infection!
Тварь крошка. I almost ate it. Thanks. Let's go. Fear is the disease. Hustle is the antidote. Find more. Oh, I'm gonna kick your goddamn ass. We got a creep! Shut him up! Got a box. He's carrying it back to the train. Watch the fuel. Molotov going out. We gotta shut him up. Loading ammo. Use your box. Until the big thaw. Oh, you guys are the best. Где этот орущий? Сейчас бы его побрал. We gotta shut him up. Я пошел, черт. Got a box. I'm carrying it back to the train. Hold still. Take out that screamer! Reloading! Gas bag. Gas bag out! Clear the gas! Ну вот последний ящичек. Наш видос заканчивается. Those giants in the Bronx must be shitting in their drawers by now. Too much noise. They're gonna come. We gotta go now. Do you want to try? Shut up. Move the goddamn train. I can't. Reloading. Jaws that bite and claws that catch. Who will wear the Jabberwock, my son? Son of a bitch. Crazy son of a bitch with a train. Так, сейчас посмотрим, мы там что-то откопали. Мы получили Heavy Metal 2. То есть, о, это надо купить. Начинаем с улучшенным штурмовым ружьем, который наносит на 25% больше урона и имеет на 25% больше патронов, которые все находим. Значит,
эти оружия, они все будут это самое будут тоже улучшены. Что ж, думаю, на этом наша серия заканчивается. Мы прошли первый эпизод, и чтобы вас не мучить длинными видео, я буду снимать вот такими короткими видосиками. Вам всем спасибо за то, что смотрите. Спасибо за ваши лайки, дизлайки, за ваши подписочки. И увидимся. До новых встреч в новых сериях.